Осторожно, будет остро. Перед вами один из первых изобретателей ножа, и жил он около 2,5 миллионов лет назад. В каменном веке люди брали большие куски кремниевых пластин и разбивали их на части. Так появился первый нож. Правда, был он хоть и острым, но очень хрупким. В железном веке режущий инструмент преобразился, а кузнецы передавали секреты обработки металла только своим ученикам. Ну а сегодня технологии ушли далеко вперед. Кустарное производство ножей сменилось заводским, материалы стали прочнее. Появилось множество видов острых собратьев. Небольшой работает в Кизляре, неплохие мастера там сидят. Вот, у них кованая сталь Х-12 FM. Вот, они именно изготовляют каждый нож отдельно. Есть исторические ножи, то есть, которым уже за 50 лет. Вот. Ну и охотническая для охотников тема и для туристов. Более-менее нормальные ножи идут от 1000-1500 где-то и выше, соответственно, 10-15 тысяч. Женщины, как правило, приобретают изящные или сувенирные модели в подарок. Мужчины практичнее для охоты выбирают ножи с более прочным каленым лезвием, для туризма – со складным механизмом и с зазубринами для рубки веток. Ну а для спортивного единоборства подойдут имитации ножей. Спортивный ножевой бой – это новое прикладное единоборство, в котором используются имитации ножей, как правило, деревянные с резиновым покрытием, обычные фехтовальные маски, защита на корпус в виде любых жилетов и также перчатки. Без специальной защиты заниматься нельзя, иначе синяков и ссадин вам не избежать. Основами самообороны всерьез интересуются девушки. Мы изучаем какие-то аспекты, да, механизмы и так далее, взаимодействие против ножа. Если целенаправленно, постоянно заниматься, будет тот навык, который в какой-то критической экстренной ситуации при возникшем ноже, может быть, в каком-то другом оружии, он будет положительно влиять. Тренировка, как всегда, начинается с разминки и разогрева мышц. И только после этого берем в руки нож. Отрабатываем приемы в режиме защиты и нападения. Развиваем ловкость, силу удара и уверенность в себе. Для одних нож – это средство защиты, для других – это символ мужества и характера мужчины. У народов Кавказа существует целая культура танца с острыми кинжалами. Издавни у нас на Кавказе кинжалы, холодное оружие занимало самое почетное место. Условия жизни были суровыми. Бывало такое, что из всей семьи, из детей оставался только один сын. И ему отец передавал по наследству то, что его отец носил, его дед, прадед. И из поколения в поколение передавали кинжалы. Танец с кинжалами был распространен вплоть до 18-х годов 12 века. По народным преданиям, воинственный пляс отображал смелость, ловкость воинов в борьбе с врагом. Принимали в нем участие исключительно мужчины. Исполняют и сегодня. Как и в любом увлечении, чтобы овладеть техникой, потребуется время и упорство. Такой вот разносторонний герой нашего обзора. Всегда на острие.